Восьмилетней Алине и ее одноклассникам выпала честь одной из первых протестировать новый игровой комплекс в парке 30-летия ВЛКСМ. Это четыре горки. Самая низкая — 3 метра в высоту. Самая большая возвышается на 6 метров в небо. Для любителей селфи предусмотрели специальную площадку. Вход свободный, но можно арендовать ледянку или один из 50 тюбингов. Ну, классная горка. Ну, и сейчас пойду на другие. Ну, вот эту, которую там сейчас Соня, Маша катается. Вот эта локация, она новая, ну, всем нравится, потому что там как будто там какой-то сверток, и там можно прокатиться много раз. Мама Алины рада за своего ребенка и рада за парк 30-летия ВЛКСМ, ведь здесь думают о качественном детском отдыхе. В ее юные годы все было гораздо проще. Ну, такого еще здесь не было. Мы живем здесь вот недалеко, постоянно сюда ходим, но вот такого у нас тут пока вот еще не было. Только во дворе ледяная, и все. И коньки. Больше у нас в детстве ничего такого и не было. Также в парке установили аттракцион «Тюбинг-кросс» – скоростное вращение на надувной подушке. В этом году в мэрии Омска уделили особое внимание горкам и каткам и дали соответствующее поручение муниципальным предприятиям. В парке имени 30-летия ВЛКСМ создали не только целый комплекс горок, но и учли капризы погоды. Если похолодает, то рядом есть помещение для обогрева. Там же можно выпить чай или кофе. Не менее важный вопрос – безопасность. В этих целях на самые скоростные горки, 6-метровую и 5-метровую, будут пускать только с тюбингом. Здесь же будут дежурить работники парка, чтобы поддерживать аттракционы горки в рабочем состоянии. Горки будут поддерживаться в процессе эксплуатации каждый день практически. То есть после дневного катания у нас выходит ночная и вечерняя смена, которая заливает и делает, по сути, выравнивает новые скаты и ледяной выкат с горки. Мы установим еще режим работы. То есть в праздниках, я думаю, мы будем работать круглосуточно, чтобы людям было удобно. А в будние дни, возможно, будет какое-то ограничение, там, допустим, с 11 до 10 вечера, возможно. Официальное открытие нового игрового комплекса в парке 30-летия ВЛКСМ состоится уже 7 декабря в 12 часов дня. А мечей встретят ростовые куклы, сибирский медведь, тигр и бык. Для активной молодежи проведут конкурсы, а новогоднее настроение принесут Дед Мороз и Снегурочка.